заказал с Алиэкспресс недорогой планшетник в районе 7000, 6800 я за него отдал, но с хорошими характеристиками. Оперативная память 3 гигабайта, флеш-память 64 гигабайта, 4G, LTE, ну и так далее. То есть, в общем-то, за 7000 с такими характеристиками, конечно, думаю, планшет будет интересный с такими ценами. Ну, давайте вскроем, посмотрим, что там внутри этой посылочки. Вот так ее упаковали. Я вижу, что для планшета положили еще чехол. Это вот как раз все вошло в эту цену вместе с чехлом. Вот такой вот чехол, ну, обычный, книжечкой. Так, вот он сам планшетник. Я брал черного цвета, вот такой вот тоненький. Достаточно легкий. 4G наклеечка, вот так, если вам видно. LTE. Здесь два динамика стерео. Видеокамера. Ну, вот на ощупь пластик. Понятно, что это пластик. Поэтому он и весит немного. Качелька громкости, включение, все как обычно. Микрофон. Зарядочка находится вверху. Так, что еще в комплектации посмотрим? Защитное стекло вижу. Вернее, не защитное стекло, а защитная пленка. Макулатура. Стилус. Ну и microUSB зарядочка. Вот и G-кабель. Вот такая вот неплохая комплектация. Ну, теперь это все в сторону убираем. Нас интересует сам планшетник. Посмотрим, заряжен он или нет. Включаем его. Вот, включился. Сейчас посмотрим, какая зарядочка. Вот это его рабочий стол, панелька. Ну, вот пришел он, 42% еще зарядочки есть у него. Шел он всего-навсего с 28 декабря. Нет, где-то с 26 декабря, сегодня 11, ну вот меньше 15 дней. Специальная почта принесли прямо сюда домой. Экспресс-почта получилась с доставкой на дом. Ну, давайте посмотрим, что у него там. Начинка его. Не знаю, вам видно, нет. На английском языке. Сейчас я на русский переключу. Итак, вот русский язык. Переключаем. Переключили на русский язык. Пожалуйста. Свободно подключился Wi-Fi. Немножко сделаем размер шрифта чуть побольше. Итак, смотрим. 59,88 гигабайт. То есть все верно, вот так вам видно. 59,88. То есть 64 гигабайта флеш-память. Оперативная память 3,7 гигабайта. Использовано 798 мегабайт. Весь набор программ здесь присутствует. В общем-то, ничего китайского здесь нет. Ни одной лишней. YouTube, SMS-ки и так далее. Какой здесь стоит Android? Android, я уже вижу, стоит версия 7. Последнее обновление системы 5 ноября прошло, версия 7 Android уже поставлен. Экран у него расширение 1920 на 1200. Кого интересует процессор? Здесь процессор 8-ядерный. Неплохая емкость батареи, 8000 мАч. Две сим-карты. Вот сим-1, сим-2. И гнездо для расширения микрокарты. Она вот так вот вам видать. Предлагаю вашему вниманию еще посмотреть чехол. Вот так, вот такой вот чехол еще к нему идет.
чехол, книжка. Вот, все подходит, видите, вырезы все, все ровненько. Вот, походу, не смарт-чехол. Видите, не реагирует на... Должен, по идее, отключаться, но простой чехол. Просто он выключился уже сам по себе. Ну, вот такой вот чехольчик. Очень удобно. Книжечка вот такая, легкий. Можно проверить YouTube, звук послушать. Ну, вот видите, достаточно хорошее изображение, чистое, HD-качество. Звук неплохой, громкий. Вот так, если вам передается, видите, какой громкий звук. На борту могло бы разместиться 5 полноразмерных футбольных полей или 175 олимпийских. Притом звук я сейчас потише сделал, но вот звук передается вот через эти дырки. То есть вот эти вот отверстия, которые сделаны, вот достаточно звук передается громко. Так, ну основное, в общем-то, я показал. Все параметры соответствуют. Единственное, что я не показал, видео. Ну, я думаю, что здесь видеокамера, конечно, ну, может быть, 5 мегапикселей от силы. Ну, вот смотрите. Ну, достаточно неплохо. Вот кадр сохранил. Посмотрим. Вот такой вот кадр получился, видите. Достаточно чистый. Чисто нормально. В общем, для этого планшета я считаю, что тут достаточно все нормально. Можно поснимать и видео, и фотографии поделать. Ну, в общем, познакомитесь. Я вам вот такой небольшой обзорчик сделал. Кому интересен планшет с такими мощными характеристиками за такую копеечную цену, можете покупать, пройти по ссылочке, посмотреть его. Кому надо, кому будет интересно, можете приобрести. Итак, вот эта страничка на AliExpress. Черный 4G LTE версия. Плюс к нему гарантия ремонта 1 год в России. 327 рублей. Я с гарантией покупал, поэтому у меня сумма составила 6867. Если вы хотите, чтобы вам выслали без гарантии, отключите, пожалуйста, ее. Просто здесь есть галочка, отключаете ее, и ваша сумма составляет 6500. То есть, совершенно недорогой планшетик с андроидом уже с семерочкой, с хорошими характеристиками, он ваш. Поэтому ссылочку я вам дам еще на эту страничку. Зайдите, посмотрите.